Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Скелетон, Чебузаврик, Васаби С. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы будем играть в Гаррис Мод, и тысячу лет у нас не было рубрики «Аниматроники пугают охранника». Карта FNAF 3 ваша любимая, и Васабик сегодня у нас будет конченным аниматроником, правильно? Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Так, ну что, пацаны, я решил показать в этой серии, как делать бабушкины калитки. Это все очень просто. Смотрите, ставим дверь. Она, конечно, сегодня у нас будет не сильно прочно закрываться плотно, но аниматроник пройти не сможет. А ты уверен, Мишка? Так уже, тут уже пришла Мишка. Тихо, ты это, только наблюдай. Мы быстро построим. Берем веревку, обязательно делаем предел силы 0 и длину 0. Жесткость ставить не нужно. И смотрите, и бьем по уголкам. Вот так вот. При этом, когда стоит веревка на нуле у вас, получается так, что вы сами задаете длину веревки, которая будет делаться. Это будет ее предел. И давайте обязательно здесь вот так вот сделаем еще. Дим, я, конечно, все понимаю, но тут я такое дело, посмотри чуть ниже. А, сейчас, подожди, стой, у меня для тебя сюрприз. Ребята, с вас лайк, подписка и классный комментарий. С каждым лайком у нас плюс один к настроению. Смотрите, обязательно берем толкатель и ставим здесь толкатель. Все, проверяем. Закрывает? Открывает. Поэтому мы берем сразу цвет. Это у нас будет красный. Это у нас будет зеленый. Все, ребята, бабушкины калитки готовы. И обязательно для того, чтобы было все еще лучше, сохраняем эту постройку на карте. Ну что, аниматроник, ты готов? Да. Так, пацаны, кто помнит, здесь можно нажать у нас вот так вот вентиляцию. А, здесь экрана нельзя клацать, камеры нету здесь? Блин, это как печально. Нет, так, откроем как сразу, на всякий случай. Дверь. Закрыть? Да. Я успел. Ё-моё, тяги не хватило. Ладно, проиграли. Блин, да это, смотри, толстая жопа, она, короче, видите, пролезла. Не хватило тяги нам. Хорошо, я твоя текстура запомнил на лице. Так, здесь осторожно. Я тебе не угрожаю, я тебя предупреждаю. Так, давайте пройдем. Мы сможем оттолкнуть своей толстожопой? А я не могу. А аниматроник может, представляете? Давай, открывай. Нет, он за нами идет, закрывай. Что странно, он ведет себя, этот ускоритель. О. Так, стойте, ребятушки, мы сейчас возьмем и добавим ему силы. Я могу сразу свойства ему настроить? Нет, не могу. Он бежит. А ты не ту кнопку нажал. Все, проиграли. Короче, ребята, я сейчас поставлю много толкателей, и фиг он сможет сдвинуть своей толстой жопой. Ничего ты не сможешь сделать. Все, я понял. Я понял свою ошибку. Ну, я понял. Для кого я красил кнопки? Я нажал на красную, почему зеленый нажал? Да? Бывает. Так, ну что, пацаны, давайте я пролечу. Так, ставим еще толкатели. Толкатель. Откройте. Конь. Так, ты толкай, ты можешь толкать телом. Чего ты не толкал? Ого! Осторожно, это дверь убийца. Это дверь убийца. Стойте. Так, есть такое дело у нас. Давайте одолим один. Один оставим. Так, идет, ребятушки, очень осторожно надо. Лысый идет. Если ты будешь наш сильно валить, мы тогда будем оружие использовать, да, пацаны? Не успел. Да что у нас за калитка сегодня? Веревка какая-то. А, это резинки от трусов, она тянется. Убили его. Мы его убили? Я знаю, что надо сделать. Буду прятаться. Так, мне надо взять оружие, знаете что? Отравляющие гранаты надо. Сейчас. Во. Отлично. Надо сразу выдать себе побольше. Ты готов, подлец? Так, открываем. Я его увидел. Ой. Ай, блин, убил себя. Да что, а че гранаты так убивают на таком расстоянии? Так, я знаю, ребята. В этом ролике я хочу, чтобы мы немножко над ним поиздевались. Хорош его, да? Мочить охранников. Так, здесь кто-то напердел. Осторожно.
Граната уже исходит. Это моя пиццерия. Так, идем. Блин, у нас сегодня какие-то бабушкины калитки очень стрёмные получились. Давайте, давайте, пацаны, заходите. Лучше закрыть. Может, веревку надо удалить? Стойте вот здесь вот. А, я не могу этого сделать, да? Понял. Где? Ты его видишь? Где отсюда? Он тут был. Да ты задрал! Где он? Ты его пригласил? Да, 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 да. Ай, ты что? Ай! У меня тоже. О, надо тут поставить спаун. А я так не могу убить, что с ней это нечестно. Отходи! Сейчас жахар будет. Все, уходи, уходи, мы тебе даем шанс уйти. Так, оружие. Ушел? Да, он ушел вроде. Так, 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 стой, стой, назад. Назад. Так, все хорошо. Он идет. Идет? Правильно, нажимай, нажимай, нажимай. Дим, что с вами, с вашими калитками? А у нас какая-то калитка сегодня баганная получилась. Какие-то механизмы сегодня плохо работают. Это тактика не останови, а убей. Во, смотри, видишь, оно стабилизировалось. Это, короче, калитка стабилизирующая. Пригвоздил? Ты где? Подлец! Он сзади был, он сзади был. Сзади? Так, смотрите, чтобы здесь было закрыто обязательно. Я его пригвоздил, пацаны, поэтому он далеко от нас не уйдет. Ой, ой. У нас сегодня какая-то стрёмная очень карта с дверью-убийцей. Ай. Блин, надо было этот пак, конечно, не удалять. О, РПГ. Так, надо калитку, чтобы вы отключили. Так, он идет сюда. Бу! Это был один. А это РПГ было, я так, знаешь, слегонечко его. Закрывай! Дима, проходи. Так, пошлите искать этого негодяя. Он тут? Вот он, вот он. Это не он. Это не он. Это не он? А что, это NPC я обычный? Я не знаю, кто это. Как такое может быть? Это его дружаня пришло помочь ему. Так, отойдите, отойдите оттуда. Так, кидай, кидай, кидаем. Не пускаем его. Убил. Ай-яй-яй, да откуда ты взялся? Им истины. Кто это такой здесь стоит? Это я, Дима, знакомься. А ну дайте гранату брошу. Это не он, вот он там же. Это а, я. Мы карту подожгли. Да как это ты? Это не ты. Вот тут он, Дим, вот тут он в канале. Ты гранату поймал, физгана, вы видели? Ха-ха-ха, прикольно. Я не знал, что здесь так можно. А вы точно меня хотите убить, а не сами себя? Ну нет. А чё тут спамнюсь, я ничего не понимаю. Эй. Там пацаны, три охранника должны поймать одного аниматроника. Надеюсь, пацаны, у нас получится. Я знаю, где он тут вентиляция. Да? Сейчас мы, короче, берем пригвождатель. Пацаны, берите смоченное оружие. Я его пригвождаю, вы его мочите. Я его пригвоздил, да? Отлично. Ну что, теперь мы берем мощное оружие. Давай, мочите его. Отойди, отойди от него. Я не могу, меня убили. Ой. Ай! Я его убил, не могу видеть! Я убил его? Нет. Я вижу его жизни. Добиваем, добиваем. Все, оружие серии SM2 рулит. Нет? А, еще чуть-чуть! Еще чуть-чуть! Да блин, не добил! Да я думал, я убил! Это этот перекрыльщик. Дел, 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 быстрее добивайте его! Так, только не хилься, мы тебя должны добить. Тварь, а? Убили. Молодец. Я собой пожертвовал, молодец. Молодец. Весь в тебя, Дима. Ой. Так, 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 давайте его ждем. Да он жизни похилил. Это другой уже Дима. А, это другой уже аниматроник? Не знаю, чего надо его убивать. Прогреваем движок. Поймал? Ай, моя бензопила! Блин, было прикольно, да, запилить бензопилой?
Это было бы эпично. О, а чё мы сразу спамнимся возле него? Мне это нравится. Баг карты произошел или что это? А да, пацаны, это... стойте. Дайте я его убью. Дим, мы спамнимся в том же месте, где мы. А так должно быть или нет? Или это баг? Это не знаю. Так, подождите, я сейчас возрождаться не хочу, потому что тут красную гранату набросали. А ну я тебя чищу карту, может карту надо очистить? А не. О, я чистил карту, но при этом там дым, и я не умираю. Это очень странно. Так, я вижу этого челепиздрика. Он в нашем офисе был, я его видел. Ну-ка. Ай-яй-яй. Мне нравится сегодня наша команда. Очень хорошо пацаны играют. Ой, так это ж я сам... А, шары не пролазят в эту штуку, здоровенные. Ах ты, фоксилундакс. Да вы что тут все взрываете вообще? А мы не сильно взрываем, да, вроде бы, чуть-чуть. Дим, это пиццерию в аренду брали, хватит все взрывать. А мы ремонт потом будем делать здесь. О, бешеные вонючие попугаи. Ай-яй-яй. А, ты за аниматроник, который на расстоянии бьет, хорошо. Нет, если ты будешь брать аниматроник, который бьет на расстоянии... Это не на расстоянии он бьет? Он просто быстрый. Что это было, Дим? Есть! Я тебя убил! Это что, это твоя смерть так называется? Как я тебя наказал, пойдет? А я иду за ним! Извини, обстоятельства. Ребята, это было круто, это было круто. Охота открыта, охота открыта. Шкеримся, сидим, ждем его. Будьте осторожны, давайте закроем здесь на всякий случай. Все, чекаем все двери. Ай-яй-яй. Ну реально, виртуально. Ну блин, ты зараза еще та. Ты смотри, что делает, а? Все, уходи. Я не могу меня пригвоздить. А, хорошо. О, так ты карась чи... Кто ты там, марионетка? Карась. Карасевая марионетка. Все, мы тебя выпроводили. Ты нам не нужен здесь, Ванюч-козел. О, может у нас есть... А что я могу еще? Я ж могу его заморозить, или у нас заморозки нету? Нет заморозки. Во, ребята, осторожно. Этот меч убивает. Я говорю, осторожно. Да ё-моё. Все, пацаны, я на него разозлился. Не надо. А чё? Не бей. Я не хочу умирать. Иди, Дима. Отлично. Ну, отлично. Ладно, Дима, твоё дело. А ты смотри, гранатометчик ты, а? У нас сегодня веселая серия получается. Ого, чудовище. Так, отойдите, осторожно, осторожно с ним. Нифига себе, стекла бьются. От диски пистолет рулит. А как тебя убить? Стекло не пробивается-то. А стекло не пробиваем. А вам тоже эти осколки видно? Так, я выхожу. Я его боюсь, у меня мощное оружие есть. Дим, не надо. Все, давай, Дима, пока. Все, дверь закрыта. О, ты такие жалюзи прикольные сделал. Дим, открой. Открывай, они, открывай. Они там находятся. Открой. Они там есть. Заходи, заходи. Я взял. Ой, а я спрятал. Сегодня офис нас очень, очень защищен. Везде поставили решетки. Лишь вот эта щель такая немножко стремновата. Когда будет просовывать свою вонючую руку, мы ее отстрелим. Давай, открывайте дверь, я буду стрелять. Открывайте. А, все? Ребята, я немножечко увлекся. Ну, знаете, мочить аниматроника вот одно удовольствие. Закрывай, закрывай, закрывай. Молодец. Молодец. Так, сейчас мы, короче, будем тебя шантажировать. Мы сейчас поставим мощную бомбу. Пацаны, мы должны эту пиццерию взорвать вместе с аниматроником. Вы готовы? Хаги, у нас новые аниматроники, мы их купили. Это разноцветные хаги-ваги. Ты готов? Где аниматроник? Ждем, ждем, когда подойдет. Открывайте дверь, я взорву. Давай. Так, давай, засовывай. Надеюсь, мы выживем. Блин, прикольно взорвалась. Реально, очень круто взорвалась. Мне понравилось. Дим, а на моем месте, кстати, очень много огня.
Ну, я понял. Кстати, очень крутой мод мы добавили на огонь. Смотрите, насколько круто это все смотрится. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, а всем отличного настроения. После мои ролики еще. А мы, короче, будем тушить пиццерию, потому что сейчас надо же ее в аренду назад сдавать. Надо потушить все, сделать нормально.